Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Елизарова, возглавляемый профессором Владимиром Ивановичем Шевцовым, предлагает диагностику и лечение ортопедических заболеваний, травм костей, мышц, сухожилий и сосудов опорно-двигательного аппарата с помощью самого современного оборудования и технологий, не имеющих аналогов. Это единственный всемирно известный центр такого профиля, получивший премию правительства Российской Федерации в области качества медицинских услуг и внедрения высокоэффективных технологий. Обращайтесь в «Альма-Матер» метода Елизарова, гаранта полного выздоровления.